Ну чё, ребят, всем салам, здорово, братские мои сердца. Да, я вот так опять по-братски с ними поздороваюсь. Как вы, чё, у вас всё нормально, пацаны? У меня тоже так, половина сахар, половина мёд. В общем, выбрался я вон из того здания, покажи им, вон то здание. Это Бесланский многопрофильный центр. Вот сейчас там я, короче, обитаю, бля. Направили меня, короче, туда, мол, типа, короче, канай, ты уже надоел. Вот, короче, выскочил я оттуда, вот буквально на пару часиков, отпросился там, что-то, тоси-боси, подошёл, я говорю, ну, по-братски надо поработать. Ради вас же выскочил, пацаны, ради вас, вот, ну, бросил койку, выскочил подышать свежим воздухом, поздороваться с вами, братские мои сердца. Всем спасибо за то, что смотрите меня, спасибо за то, что вы со мной, за то, что переживаете. В Инстаграме очень много людей мне написало, там, очень много таких добрых сообщений с пожеланиями здоровья и так далее. Так что всем вам огромное, ребята, спасибо за то, что поддерживаете меня вот в такие трудные моменты. Для меня, если честно, это безобразно, вот, ну, прям безобразно ценно. Итак, начинаем по многочисленным, 100% многочисленным просьбам. После того, как вышел обзор на 10-й Lancer, вы прямо одолели, да, там в комментариях, что 10-й, почему нету 9-го. Вам вот 9-й вам ваш Lancer, короче. И не простой 9-й Lancer. Этот Lancer был еще в обзоре у моего хорошего знакомого, так сказать, бородача, короче, у братишки. Здорово тебе, Джавида, короче. Вот Джавид, здоров, салам тебе, борода. И у Жори Ревазова, по-моему, он тоже был, делал на него обзоры. Я не хотел делать обычный, скучный, простой 9-й Lancer, потому что, ну, я не хочу никого обижать, да, но на вкус и цвет все, как вы знаете, все фломастеры разные, да. Не пробуйте фломастеры, я вам говорю, красное от черного по вкусу отличается. Ну, не хотел делать, потому что вот в самом простом варианте 9-й Lancer, это вот, ну, как это правильно сказать, это внешне чистейший ба. Вот, ну, бра, вот, ну, чистейший, вот, ну, реально, пацаны, извините, вы очень много людей, которые любят эту тачку, да, ну, я не говорю там о ее прочности, там, и так далее, говорю чисто о внешности, пацаны, так что не надо сейчас меня там хайть. Lancer, который вы так просили, вот он вот в таком варианте, в таком сочном, гранатовом, вкусном цвете, короче, чисто вот, ну, такой Lancer на стиле, короче. Этот Lancer, он выгодно выделяется в потоке, выгодно выделяется от своих брательников, от Lancer'ов, да, от девяток. То есть вот от обычных скучных девяток. Сейчас мы потихоньку перейдем к этому Lancer'у, поговорим о том, что сделалось, как стилизовалась эта тачка, сколько денежек в нее потратили, как она сейчас выглядит. И она выглядит на самом деле очень интересно и очень вкусно. Оу, салам, братва! Ну, мах-маха, о, здоров, брателла! Гранта FL лифтбэк. Салам, салам! Меня не увозите! Блин, в таких машинах меня, оказывается, тоже знают. Если что, не дай бог, то скидку в такой карете я тоже получу. Итак, классический японец 2006 года Mitsubishi Lancer 9. Вот. Покажи нам, пожалуйста, обычную фотографию Lancer 9, насколько скучно он выглядит. Рестайлинговая тачка. В 2004 у него был рестайлинг, потом в 2005 у него был фейслифтинг. Короче, тоже... Короче... Сейчас мы, короче, сюда... Да, сейчас мы ни хрена не снимем. Тачка как была Лансером 9-м, скучным на вид, так она им и осталась. То есть рестайлинги до рестайлинга, имею в виду. Что касается этой машины, 30 лет человеку, который ездит на этом автомобиле, и вот, вот мне почему нравятся такие машины, которые вот такими людьми, как я, такими людьми, как хозяин вот этого автомобиля, такими людьми, как хозяин Шкоды той, которую я снимал, которые стилизуются под свой вкус, под свое видение автомобиля, и получается вот такое небольшое, да, вот небольшое произведение искусства, вот, ну, вот реально. Этот автомобиль конкретно отделяется, конкретно выделяется в поток, его невозможно не заметить. Что было здесь сделано? Да, в принципе, практически ничего. Просто грамотно были подобраны диски, просто грамотно на диске была подобрана резина, грамотно переделана передняя оптика, грамотно доработана задняя оптика, грамотно, ну, кое-какие детали сюда вот настолько четко зашли, да, настолько четко парень, короче, вот, ну, подошел к этому. И вот настолько красиво сделан этот автомобиль. По болячкам. Что о внешности вообще можно сказать? Какие минусы во внешности у этого автомобиля есть? По кузову там и так. Какие болячки это есть? Первое, ребят, первое. Если вы хотите купить такой автомобиль, вы должны знать. Все люди, которые ездят на этих тачках, они прекрасно знают. Не только у них, да как и у всех, в принципе, японцев тех годов, нынешних годов, да, и так далее. Самая первая болезнь – это ЛКП.
это лакокрасочное покрытие, они слабые на сколы, слабые на царапки и так далее, да, то есть если вы будете брать, вы все это прекрасно заметите, да, то есть по-любому машина, когда проезжает огромный километраж, на ней появляются сколы там и так далее. Здесь видно, машинка докрашивалась, подкрашивалась, по ней видно, человек ухаживает, он не любит, чтобы на его тачке были никакие рыжики, сколы и так далее, чтобы тачку уродовали какие-то, бля, непонятные вещи на морде автомобиля, потому что внешний вид моментально теряется, когда присутствуют сколы и так далее, ну просто моментально теряется, поэтому человек за этим последил, подмарафетил и так далее, получилось очень интересно. Тачка до сих пор выглядит свежо, она не отторгает взгляд. Что касается коррозии этого автомобиля, каких-то очагов гнили и так далее, нихуя, вы не найдете этого в этой тачке, потому что коррозия, она устойчива, она реально устойчива, я еще не видел ни один Lancer, который сгнил к херам собачьим, у которого, блядь, под ногами, вот как автомобиль Флинстонов, знаете, который ногами перебирали. Это первая болезнь. Вторая болезнь у этого автомобиля, это ее передняя оптика. Передние фары у них все потеют, и здесь то же самое, но здесь они еще потеют, потому что фары разбирались, они дорабатывались. Что сделали в этой тачке? Опять же, ничего вот прям сверхъестественного, опять же, по минимуму, со вкусом, и это опять же дает автомобилю своей харизмы. Сняли, разобрали, выкрасили вот эту маску в черный цвет, поставили линзу, так как головной свет у этой тачки ни о чем, и светит он, ну, не, мягко скажем, хреново. Какие болезни еще по внешке? Да, в принципе, никаких нету, это старые автомобили, искать какие-то болезни, да, это глупо. Это реально глупо, потому что, ну это глупо. Любая старая машина со временем начинает где-то ломаться, где-то портиться, у нее появляются какие-то болезни. Что вы хотите от тачки 2006 года? У нас тут нынешний автопром современный, он сыпется прям с конвейера. Блин, походу, блядь, мы сейчас уедем отсюда, потому что нам здесь не дадут снимать, блядь. Пацаны, зря вы меня отвлекаете сильно. Вот прям очень сильно. Давай побыстрее, свинтили отсюда, короче, да? Что еще доработали? Вот эти диски, я не знаю, как называется. Конечно, надо было бы узнать, что за диски это. Мне очень нравится вот этот цвет. Он как-то близко похож к тому цвету, который я выбрал для своей Монзы. Там тот называется арабская пыль. Вот, я не знаю, как этот цвет называется. Ну, он очень-очень схож. Полуматовый цвет. Вот, очень похож на диски АЗФ. Под эту тачку пятиконечная звезда смотрится беспроигрышно. Небольшим таким домиком натянута сюда резина и очень красиво смотрится. Сейчас нас поправили, диски не АЗФ, а называются КТС. Вот, что здесь сзади? Никаких обвесов, никаких глобальных доработок. Опять же, задняя оптика 100% отполирована. Вот эта нижняя часть, да, часть поворотника, вот, заднего хода, она чуть-чуть притонированная, что дает и вот идеального шарма, знаете. Плюс еще вот этот лип-спойлер смотрится четко. То есть, опять же, минимум, который внешний дает максимум. Как я понял, у хозяина не было в голове деть на него огромное количество спойлеров, юбок, там, свес и там. Это ему не надо было. Очень стильно подошел к оформлению этого автомобиля, и у него получилось. Откроем капот. Но самое, что интересное, в этой тачке, еби ее голову, оно находится под капотом. Так, пацаны, если вы хотите купить себе вот такую чехарду, и у вас поблизости нету нормального автосалона, куда бы вы могли пойти и купить себе машину, новую машину, абсолютно целочную, которую хотите именно вы, то хочу вам посоветовать бесплатный сайт, который называется autospot.ru. Ребят, ничего сложного, просто заходите на сайт autospot.ru, где вы можете посмотреть абсолютно весь модельный ряд нашего с вами любимого производителя, то бишь Лады, Лада Гранта, Лада Гранта Седан, Лада Гранта Лифтбэк, там, Нива, Бронто, Веста, короче, то есть весь модельный ряд, то переходите по ссылочке, короче, в описании autospot.ru. Там вы можете подобрать себе абсолютно любой автомобиль, который вы хотите, будь то это Лада, будь то это, короче, там, я не знаю, Toyota, Nissan и так далее, любой. Плюс еще самое, что интересное, я вот прямо сейчас сижу и отслеживаю это все, у них есть хорошие скидочки за наличный расчет. То есть вы заходите, выбираете тот автомобиль, который вам нужен, нажимаете зеленую кнопочку «Получить скидку», с вами связывается менеджер, вы объясняете,
то, что вы хотите приобрести, какой конкретно автомобиль вы хотите приобрести. Менеджер ищет вам автомобиль, подходящий именно под конкретно ваши критерии. Вот. Ну и вы, естественно, забираете свой автомобиль в том или ином салоне, который находится там ближе к вам. На сайте Автоспот есть личный блог, где вы можете узнать много полезной информации об автомобилях. Также, ребят, с 18 по 28 ноября на сайте Автоспот проходит Черная пятница. В эти дни на сайте будет больше скидок и акций. Автоспот, все ссылочки в описании. А дверки как закрываются, да? Мягко так, плотно, четко. Мне вот интересно, да, вот опять же, до чего я люблю доебываться. Она здесь есть реальная, она по всему контуру двери. Не кусочек говна, блядь, который тебе снизу приклеили и, блядь, расстреляли, да, который, блядь, от ветра колыхается. Он тут есть, понимаешь? Вот, он есть. И дверь закрывается просто сказочно, несмотря на то, что машина старенькая. Вот, ну слышишь? Я не бью ее 10 раз, я ее не бью, я не прилагаю усилия. Я просто открываю и тихо ее закрываю. И понимаю, что вот в этом есть качество. Открываем капот, вот он. И что мы здесь видим? Что мы здесь видим? Что очень интересно, что мы здесь видим? Мы здесь видим мотор. Мотор, скажете вы, и я закрою капот. Нихуя, я не закрою капот, потому что мотор этот не от этой машины. Ну, не от нее. Вообще эти тачки шли объем 1.3, 1.5, 1.6, 2 литра. То есть, ну, были здесь двигатели. Вот эта машина 2006 года, заводской двигатель здесь стоял 1.6, 98 лошадей на инвайте. Коробка, то есть мешалка, да? Вот, на механике он здесь стоял. Он проехал на тот момент там 140 или 150 тысяч. Его отсюда удачно уебенизировали. Подошел, взял и вышвырнул, бля. А теперь здесь стоит хондовский двигатель Type S J32A2. Вот, 3,2 литра, V6, V-образная шестерка. Вот, с мощами в 260 лошадей паспортных. Ну, по факту, как бы 250 лошадей. 250 лошадей вот на это. Бля, это бешеная табуретка, я его все. Это в смысле, это расхумаренный самурай. Отвечаю вам, это в смысле самурай на метадоне. Вот, вот, ну, 250 лошадей на гражданской версии Mitsubishi Lancer 9, это за глаза. То есть, что он вытащил отсюда мотор с коробкой и засунул сюда мотор от Honda и коробку от Honda. Теперь она на автомате, на хондовском автомате. У автомобиля два компьютера. Один компьютер — это хондовский заводской ёшний компьютер от Honda, который отвечает за коробку и за двигатель. Второй компьютер отвечает, ну, за все остальное. Второй остался родной, заводской, лансеровский, который отвечает за все остальное. Также здесь была переделана система охлаждения. Вот она вся кастомная. Ну, здесь видно, ее варили вот аргоном, это, естественно, не заводское, чтобы двигатель не нагревался. Естественно, на маленьком ивошнем заводском радиаторе это не вариант было оставлять. Что здесь еще переделано? Переделаны привода, они переточены привода под заводские лансеровские гранаты и ступицы. Тачка едет и очень, очень неплохо она едет, ребят, на 3.2 на автомате. Я представляю, если бы она еще была на мешалке, это был бы вообще зверь, блядь. Привода здесь остались хондовские, еще раз повторюсь. Вот, просто человек взял и вот, ну, просто для себя сделал эту тачку. Стоимость свапа, ну, стоила, как хозяин сам говорит, около 180 тысяч. 180 тысяч — это стоимость свапа, это покупка двигателя, коробки и так далее, плюс все это накидать, поставить, свести там, бля, короче, чтобы это все поехало. Вообще автомобиль ему в целом стал около 850 штук. 850 штук вот встала вот эта машина с покупкой, с ее доработками. Вот смогли бы вы сказать, что вот этот автомобиль стал хозяину 850 тысяч? Я бы чисто внешне не сказал, но судя по тому, какие, блядь, изменения, блядь, пережил этот автомобиль, то да, зная, что такое восстановить, и зная, что такое проект, понимая, какие суммы вот вкладываются в автомобиль, понимая желание и стремление выделиться, то я верю в это, охотно верю, и хочется сказать человеку: красавчик. Ну, до чего вы говорите, доебываюсь, да, почему я доебываюсь до резинок, до этого? Пацаны, а как? Ну, 2006 год, она вот этот, ну, кусочек трусов, по большому счету. Реально, в себестоимости это не стоит ничего. Ничего — это ничего.
Это ноль. Копейки реально. Ну и сейчас никто вам это ничего не дает. Вот эта резинка. Ну, не особо она поправляет. Да и всему этому приходит как бы конец. Все это усыхает. Время не щадит никого. Так что это все приходит со временем в негодности, уже не спасает автомобиль, то есть подкапотную его часть от пыли, грязи и так далее. Реально, сейчас если открыть в гранте, в моей, он будет таким же. Ну а спонсор моего сегодняшнего выпуска — это надежные и лучшие в своем деле ребята OneX. Всегда лучшие кефы и большая надежность. Эти ребята работают со многими футбольными командами и лигами. Их главным партнером является моя любимая команда ФК Барселона. Где ссылки, спросите вы? Ссылки в верхнем комментарии, а также перейдя по ссылке, указав мой промокод Ассата, вы получите охуительный бонус в размере $100. Мне еще интересен багажник. Говорят, он здесь очень маленький. А, ну все понятно, багажник на самом деле маленький. Маленький, да, ну да, удаленький. Бля, что говорить, здесь все по-японски, короче, деревянно. Вот. Я же говорю, японцы никогда не славились отделкой. Никогда. У них никогда не, они никогда не были сильны в лакокрасочном покрытии. Они никогда не были сильны в шумоизоляции. Они никогда не были сильны в отделке своего автомобиля. Ну, реально, никогда не были сильны. И вот этот автомобиль — прямое тому доказательство. Прямое тому доказательство. Но сила японцев в практичности, в долговечности, в бешеном запасе прочности. Опять же, выскажусь словами хозяина. Это обычный жоповоз, который ты знаешь, что ты вставишь ключ, провернешь зажигание, и она заведется и отвезет тебя туда, куда тебе по кайфу. Просто я, ну, я шалею. Бля, настолько мягкий. То есть... Вот смотри, просто поднеси камеру. Вот насколько и надо, да, места, чтобы закрыться. Смотри, смотри. Да пошли уже. Я охуею просто, блядь. Вот я сюда сейчас упаду. И скажу вам, знаете что, здесь нету кожи там и так далее, но здесь японский качественный велюр, который, сука, не знает тоже сноса. Говорит за материалы отделки, да, давайте скажем, что это очень грубый пластик. Вверх вот батон, он такой мягенький, но все равно вот резинка. То есть мне очень, ну, нравится качество подгонки деталей, оно идеальное. Если учитывая то, что интерьер тачки, он сам по себе сделан достаточно из таких жестких материалов, да, то, естественно, человек будет думать, что со временем, да, проезжая какое-то огромное количество километража, да, это все, короче, начинает играть там, создавать звуки там и так далее, да, то есть у тебя в машине бывает музыка, которая тебе абсолютно не нужна. Вот сидя здесь, сейчас хочется сказать, что это не так. Ну, по крайней мере, первого впечатления такого нету. Вот очень спокойно здесь все, очень так аккуратно и, блин, ну кажется, что это никогда и не будет шуметь. Ну вот это, естественно, этому всему приходит конец. Вон X5M мы тестировали, у него 18 тысяч пробега было, у него уже сиденье ходило. Не так, конечно, ну спинка, не так, но оно ходило. У Нивы, Нива выезжает для салона, вот у Нивы она выезжает для салона, у нее люфт спинки раза в три больше. Привет, долбоебы! Техническая особенность 40-летняя. Здесь то же самое. Блять, новая машина, братан! Она 800 тысяч стоит! А мы сейчас вот говорим за это. Да я за это говорить не хочу. Она еще проездит и переживет не один вас. Миллион в гору. Отвечаю. Сзади ты себя чувствуешь конкретным пассажиром. Все. Да и вылазю я отсюда очень даже по кайфу, не задевая своими граблями ничего абсолютно. Ни один пластик я там не задел. Бля, не, кайф. Реально, давай сейчас сядем, заведем ее, выйдем, поговорим, как она, именно эта машина, как чувствует себя на ходу. Скажем, о ее каких-то маленьких, небольших болячках технических. Что здесь доработали еще по салону? Вообще, я же говорю, попадаешь, когда в салон 9-го Лансера, то понимаешь, насколько скучен и вот, ну, я не знаю, вот, ну, печальный салон, да, там, то есть, блин, очень, ну, на самом деле, сумничаю, скажу, это аскетичный, сука. Я выхватил это слово, бля, мне нельзя читать. Вот, ебал, в натуре нельзя читать.
на самом деле, если сравнивать его с 10-м Лансером, 10-й Лансер, он немножко побогаче в салоне смотрится. Еще тебя не раздражает вот эти вот мягкие линии, да, там и так далее. То есть потом ты к этому всему привыкаешь, и все, ты садишься, и все здесь ништяк. Больше здесь, в принципе, ничего нету. 4 стеклоподъемника, которые работают до сих пор. Подогрев сидений двухступенчатый, то есть на всю и там вот, ну, потихоньку, чтоб тебе, короче, жопу жарило, бра. Сиденья такие, ну, обычные сиденья. Обычные сиденья, ничего сверхъестественного, никакой там боковой поддержки. Да и это гражданская машина, здесь ничего такого быть и не должно. У нас сейчас стоят кайловеры фирмы Тейн, правильно же я говорю, да? Фирмы Тейн, вот, с занижением там и так далее. Кто не знает, что такое кайлы, да все вы знаете, что такое кайловеры, блядь. Я сейчас буду здесь умничать, рассказывать. Я бы не сказал, что прям грубо, хотя эту тачку ругают за то, что у нее подвеска жестковатая, но я бы не сказал. Не знаю, как на обычном стоковом Лансере. Не знаю, реально, как на обычном стоковом Лансере. Я не ездил на нем, блядь. Это первый раз я сажусь на эту тачку. И сейчас на кайлах, на 17-х колесах, на летней резине, она по-любому будет жесткая. По-любому она будет жесткая, что бы я вам сейчас не говорил. Как оно на самом деле вот в штатном варианте, в самом простом ешнем, да, ну, я не знаю, не ездил. Но люди жалуются на то, что подвеска у нее жестковатая. Кстати, здесь в 2006 году у японца стоят в круг тормозные диски. Вот, не опорные, ладно, нет, опорные. Очень много людей не могут привыкнуть к тому, как мы разговариваем. Здесь у этой тачки, несмотря на то, что здесь нештатный двигатель, опорники, то есть тормозная система вся абсолютно, она осталась заводской, стандартной, абсолютно стандартной. Единственное, что сюда поставили, колодки хорошие фирмы, которые на самом деле тормозят, и хватает. То есть тормозов здесь хватает. То же самое, какая болезнь, там, допустим, рулевой рейки. Вот, ну, тоже жалобы на то, что стучат они там и так далее. Шумоизоляции нету, реально ее нету, это не вранье, вы все это прекрасно знаете. Шумки здесь нету, это чувствуются арки, карнизы, вот, ну, нету здесь шумки. В Гранте так ее в 2019-м вообще нету, блядь. Так она нормально, блядь, заходит в поворот. Не знаю, очень многие 10-й Лансер считают провалом, да, то есть в сравнении с 9-м Лансером, потому что 9-й Лансер очень любим с нашими согражданами, да, в России его очень сильно полюбили у нас в стране. Вот, ну, есть за что его любить, есть за то, что неприхотливая тачка на самом деле. В годы производства этого автомобиля за ним очередь стояла. Реально за ним стояла очередь, бля, понимаете? Сейчас это очень доступная тачка на вторичке, вот, и соотношение цены и качества, ну, на самом деле, вот, ну, идеальное. Вот эту машину, скорее всего, если надумываю тоже ее продавать, не знаю, будут или не будут, но тоже будет продаваться, и ценник у нее сколько? Он 600, да, хочет за нее. Ну, с этими всеми доработками 600 тысяч рублей. Считаю, что, ну, адекватная цена. Адекватная цена за хороший японский автомобиль. Хотя, может, кто-то сейчас скажет, это очень дорого там и так далее. Тачка рестайлинговая, и в ней много доработок. Она стала более 850 тысяч. Хорошо едет, ну. Уверенно прям, но очень хорошо себя чувствует. Прям держит дорогу прям очень. Мне нравится. Ты чувствуешь себя очень даже неплохо. Я не подстраивал под себя даже сиденье. Вообще не подстраивал. Вот что касается именно оригинальных запчастей, он дорогой в обслуживании, как и любой японец. Но благо есть очень много аналогов, хороших, качественных аналогов, которыми вы можете ремонтировать эту тачку, и она не будет бить вам по карману абсолютно. Абсолютно, бля, и посмотри, как она хорошо идет, бля. Я прям кайфую, бля. Не, мне понравился 9-й Лансер на самом деле больше, чем 10-й. Вот мне говорили ребята, что проедься на 9-м, тебе понравится больше. И так оно и есть. Мне 9-ка нравится больше. Вот именно вот эта машина. И опять же говорю, я на стоке, не на простой не ездил. Именно вот эта машина мне нравится очень сильно. Именно этот экземпляр. Он мне зашел. Реально зашел. Да что за нее говорить? За нее ничего не надо говорить. Ее просто надо покупать, если у вас нету автомобиля, вы не тянете на новое что-то, да? Вот, и рассматриваете что-нибудь типа ВАЗа, да, там, Лады наши и так далее. И как альтернатива новому
новой Ладе идеальнейший вариант. Мне нужен автомобиль, который будет с утра до вечера делать мою работу, который будет заводиться, возить меня, привозить меня, я не буду знать с ним никаких проблем, то я бы никогда не посмотрел на Ладу. Никогда. Я бы посмотрел вот на эту тачку и советую присмотреться к ней и вам. Ну что, поехали потихонечку закруглять свой обзор, а то сейчас мне в больнице, блядь, на меня этот, в розыск подадут, блядь, скажут, куда это наш больной исчез, блядь. Если касаться технических каких-то моментов, да, это вот тормоза. Я сейчас тоже это заметил. Вот когда ты нажимаешь, оттормаживаешься, у него руль начинает бить. Вот, ну, есть вот этот момент, да. Он на самом деле есть. Это на самом деле не болезнь. Это болезнь есть у каждого второго автомобиля, который, блядь, заезжает, там, грубо говоря, на мойку и начинает мыть машину с колес. Выезжает, а потом у нее все это кривится и так далее. То, что Гранту взял, да, у нее сейчас, она новая, на ней пробег 500 километров. Просто 500 километров. У нее сейчас эта проблема. Я нажимаю на тормоз, пытаюсь оттормозиться, и у меня начинает стучать руль, то есть говорит о том, что диски тормозные, они кривые. Ну что, вот, ребят, вот такой вот обзор вашей любимой тачки, вот, на тачку, которую вы так у меня очень сильно просили, это Mitsubishi Lancer 9, но если в двух словах говорить об этой тачке, вообще в общем, об автомобиле Lancer 9, еще раз повторюсь, Lancer 9 это простая, вот, очень простая тачка, которая предназначена для комфортного передвижения вашего тела с точки А до точки Б. Если говорить именно вот за этот автомобиль претерпел немалое количество доработок, и у парня получилась очень своеобразная игрушка для самого себя. В остальном Lancer 9 мне на самом деле понравился. Именно вот этот мне очень понравился. Если опять же брать в расчет, обратил бы я внимание на Lancer 9, то есть предпочел бы я Lancer 9 какому-нибудь новому, новой Ладе какой-нибудь, абсолютно. Абсолютно. Потому что эта машина, я же говорю, на две головы выше, чем сегодняшняя Лада. В общем, тачка на самом деле по кайфу. Она смотрится очень стильно, очень красиво, очень молодежно, не отторгая глаз. И еще раз большое огромное спасибо таким людям, которые делают вот такие вещи. Ну а с вами был Марат Борода Кулиев и канал Asata Channel. Ребят, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки. В общем, комментируйте, делайте там, а вот, ну, грязь, как говорится, да, комментируйте, потому что, еще раз говорю, ваши комментарии, они обязательно помогают продвижению моего видео вверх. Подписывайтесь на мой инстаграм, это Asata Channel Official. Ну а с вами был Марат Борода Кулиев и канал Asata Channel. Еще не забудьте подписываться на мой второй канал, который я назвал Вторяк Channel. На этой красивой ноте придется с вами попрощаться. Всем спасибо за просмотр. Спасибо вам за то, что вы со мной, ребят. Для меня это ценно очень сильно. И вы моя банда, как говорится. Вот мои братские сердца. Ну и на этой ноте, короче, ебанул я обратно в палату. Всем добра.